Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз тоже связана с камерой Nikon Z30, которая предназначена в основном для видеосъемки и также может осуществлять фотосъемку. Она позиционируется как камера для видеоблогинга и существует комплект, так называемый комплект для блогинга, в который входит это трипод Small Rig, дальше пульт управления Nikon, микрофон Rode пушечного типа, такой небольшой, и еще туда же входит комплект ветрозащиты, хотя если вы используете микрофон Rode, то ветрозащита вам не нужна, но можно и без микрофона. Кстати, недавно у нас была распаковка ветрозащиты, и в настоящее время вы эту ветрозащиту видите Small Rig-овскую также на камере Nikon. В данном случае у нас представлен трипод с пультом управления, тоже так называемая рукоятка для того, чтобы осуществлять запись роликов при ходьбе, ну, относительно, либо снимать окружающую среду, которая у вас присутствует, либо устанавливать этот трипод куда-то для того, чтобы вести либо какие-то веб-трансляции, либо осуществлять съемку каких-то объектов. Я выбрал вот данный вариант компании GGC. Есть уже несколько изделий данной компании. Это Blenda для объектива 18-140 Nikkor Bayonetta F, который был на моем канале, можете посмотреть. И также есть водонепроницаемый противоударный кейс для того, чтобы хранить карты памяти различного типа, как SD, так и TFT. Карточки небольшие, как для смартфона. Почему выпал на данный вариант? Есть еще и другие варианты подобного типа, но сам китовый образец достаточно дорогостоящий, и плюс там еще не понравилось то, что как реализовано это все в виде пульта от самого Nikon. Там он плоский, достаточно такой непрезентабельный, хотя вроде как сама Nikon. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lety Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lety Shops. Давайте смотреть, что здесь находится внутри, что из себя представляет данный наборчик. Вот такая упаковка у нас стандартная. Здесь продемонстрированы возможности и совпадают с тем комплектом, который поставляется с Small Rig непосредственно в коробке от Nikon. Вот характеристики. Кстати, этот набор предназначен не только для данной камеры, но для Z50, ZFC, Z30. Я думаю, полнокадровые камеры не стоит сюда ставить, так как он предназначен не для небольших камер. Кстати, здесь вот старые камеры Colpix P950, A100, B100 и P1000 тоже можно использовать. Причем пульт функционирует точно так же, как и основной пульт от Nikon. Единственное, здесь расположение более какое-то развитое и более эргономичное по сравнению с тем, что предлагает сам Nikon вместе с комплектами Small Rig. Так, вот такая упаковка. И сверху килограмм, и все есть в этой упаковке. Так, ну и давайте открывать. Так, ну давайте сначала посмотрим документацию. Здесь есть чехол, в который можно прятать данную ручку, трипод, пультом и переносить, транспортировать. Стандартный их мешочек такого вида. Достаточно все хорошо сделано. Так, дальше документация. Здесь, как вскрывать на английском, китайском и еще и японском языке представлен. Как открывать задние ножки, чтобы это прошло все безболезненно. Дальше что у нас? Тоже на различных языках. Английском, китайском, японский еще, по-моему, есть. Не, японский не вижу, китайский вижу. Но английский точно есть, еще немецкий. Продемонстрировано, как данная голова функционирует. А именно ручка. И также представлена инструкция по эксплуатации. Сразу же для различных камер, какие вам предназначены, эта ручка вместе с пультом. Как активировать пульт внутри камеры, функционирование расписано. Ну, все про пульт рассказано на нескольких языках. Ну и принцип запуска. Здесь обозначен только Nikon Z50, но
сами по себе камеры, что Z50, что Z30, что ZFC, они практически одни и те же, за исключением там некоторых небольших конструктивных изменений. Где-то есть фотоспышка, где-то нет фотоспышки, где-то есть светоискатель, где-то нету. Где-то USB 3.0 Type-C, где-то просто USB микро и так далее. Так, ну и давайте скрывать. Внутри у нас находится силикагель и сама эта ручка трипод. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет вместе с ручкой вот такого вот плана. Он здесь у нас прорезиненная поверхность, стандартный винт на 4 дюйма. При помощи механика закручивается. Дальше что у нас есть? Здесь кнопка есть. Можно поворачивать, фиксировать, соответственно, на 360 градусов. И еще вот кнопка есть, и фиксировать. Ну, тут различными вариациями. Так, здесь есть ремешок, который можно продеть и, соответственно, носить, чтобы у вас не выпала ручка сама и не выпала сама камера, как бы убережет. Так, дальше здесь вот есть, вот таким образом открывается. Ну, здесь все пластик, и таким образом ставится. Для того, чтобы вести какую-то трансляцию и так далее при помощи него. Либо что-то снимать на каких-то предметах, камнях, уступах и тому подобное, чтобы вам было удобно. И сам пульт, то есть внутри вот он так располагается. Сам пульт, здесь кнопка — это фото, дальше запись видео, дальше увеличение, уменьшение. Тут различные движения осуществлять. И функциональные клавиши — это дубляж вон этих функциональных клавиш. Дальше включение. Ну, пока не включается. Возможно, так, и аккумулятор здесь CR2032. Стандартный аккумулятор, который используется в системных блоках и тому подобное. Давайте посмотрим. Обещал производитель, продавец, что внутри будет находиться батарейка и аккумулятор. Подключение, по-моему, осуществляется через Bluetooth. 24 ГГц. Так, тут она в подпленке, соответственно, поэтому и не функционирует. Сейчас мы пленку уберем, установим аккумулятор. Да, он рабочий, то есть сейчас функционирует. Давайте сейчас попытаемся подключить, а вернее установить на эту ручку трипод нашу камеру. Давайте это проделаем. И давайте сейчас настроим пульт управления. Для этого сейчас мы подготовим камеру. Вот у нас пульт управления. Можно это делать и сенсорно, но я вот по опыту. Так, давайте подключать. Thank you.
Итак, я вам продемонстрировал ручку трипод с пультом DGC-TPN1, которая позволяет не только управлять при помощи пульта камеры, но и также вести некоторый блок при помощи комплектной ручки, также которая преобразуется в компактный трипод для того, чтобы вести также съемку, либо какие-то стрим-трансляции на каком-то расстоянии, воспользовавшись пультом управления. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию о ручке-триподе с пультом DGC-TPN1. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.